Мои розы только-только начинают распускаться на заднем плане. Потом вам покажу. Одна лучше другой прям. Прям как каждый год. Приехали мы с нашего отпуска, оклемались. Представляете, даже смешно такое говорить. Вроде одна и та же Германия, другая земля, но мы что-то с Климом, приехав домой, заболели. Чихать уже начали всю дорогу обратную. Пока сюда ехали, уже чихали, сопели, особенно Клим вообще. У меня было нормально, у меня потом уже домой, когда приехали, потом у меня началось вот это вот, даже не знаю, что это было. Наверное, все-таки это переклиматизация. С другого места приехали и немножечко простыли. Но там, честно говоря, я думаю, у нас вот, у нас в Франконии, да, ну, Баян, Баварии, климат лучше. Мне так показалось, потому что у нас более такой мягкий, более равномерный климат, да? А там мы были, там вроде и солнце, и в то же время такой ветер. Ужас. Все эти дни, что мы там были, ветер был постоянный, такой прям холодный, ледяной ветер, да? Мы еще каждый день залазили в эту родниковую воду. Ноги свои, ну не мы одни, очень много людей там, особенно дети, да, и вода это действительно родниковая, источниковая, я так поняла, да, откуда-то идет источник, вот, и она прям ледяная, прям вот ледяная такая, освежающая такая, прелестная водичка была, вот, ну, что и требовалось доказать, в общем, приехали мы с опухшими носами. Кашель, ну не кашель, а насморк, да, насморк. Даже до сих пор у меня немножко осталось, но ничего, и это пережили. Да. Приехали, а у нас тут такое цветение. Все мои розы, все расцвели. Ну не все, а вот те, которые должны были раскрыться, они же тоже не все сразу открываются, они же тоже сезонные, да. Одни чуть раньше, другие чуть позже, вот. И моя розовая роза, это королевична моя. Сорт Констанция. Констанция или Констанция, по-моему, да? Нежнейший вообще. Я его видела на выставке, и потом мы с Викой заказали его. Заказали из Голландии, потому что здесь она в 3 раза дороже, да? Ну вот, посадила. Аж только на 2-й год она начала дать. И сейчас вот прям такая красавица. Прям не нарадуюсь. Красавица. Да, что еще у меня? Представляете, у меня 2 куста ромашки был, девочки. Один куст нормально, прекрасно, прям весь такой пушистик. А вторая полностью, непонятно почему, она полностью высохла. Представляете? Не знаем почему. Клим грешит на Изабель, говорит, ты, наверное, его переполивала. Очень много воды было, но вроде одинаково, если говорить, нет, я одинаково поливала. В общем, что-то там не то. Что-то ей нехорошо было. Может, место нехорошее. Тоже иногда зависит от этого, от места, знаете, как ты куда поставишь или какой цветок куда посадишь. Иногда бывает так, что сажаешь куда-то этот цветок, а он не цветет вообще. А как только пересадишь его, да, или передвинешь в другое место, прямо во всю свою красоту идет и в ширь, и в рост. А, и что еще хотела рассказать, девочки? Мы такой с Климом фильм смотрели. Прямо оба раз, ну, не то что расплакались, а со слезами, в общем, на глазах. Ну, я прям расплакалась. Очень был такой фильм.
хотела сказать советский, нет, не советский, российско-башкирский, по-моему, да, называется фильм «Сестренка». Играет в нем бесподобная девочка. Я вообще эту девочку обожаю. Маленькая девочка Марта Тимофеева. Специально посмотрела ее имя, потому что эта девочка играет во многих фильмах, да? Как она вообще играет бесподобно, ну, для своего маленького возраста. Вот. Не знаю, правда, сколько ей в этом фильме было, когда она играла, но не столько меня там эта девочка покорила, сколько этот мальчик. Ямиль. Боже мой, это что такое? Ребенку там 5-6 лет. Как он играет? Это что за мужичок? Я прям его съесть хотела. Такой мужичок. Такой вот, вот из этого ребенка вырастет такой мужчина. Это что-то вообще. Девочки, такой фильм. Я вообще сижу иногда и думаю, почему сейчас так мало таких фильмов? Так мало фильмов, несущих вот добро, порядочность, несущих в себе посыл, что любовь к близкому человеку, любовь вообще к человеку, доброта, помощь, сострадание, это должно быть всегда на первом месте, независимо от того, какой ты нации, или какого-то... какой цвет у тебя кожи, или какой разрез глаз, или еще что-то. И меня поразила еще безумно красивая природа Башкирии. Я, конечно, не знаю, где снимался этот фильм. Может, и вообще не в Башкирии, да? Это я так говорю, потому что, насколько я знаю, это я знаю, говорю по себе, потому что сама занимаюсь и фотографией, и видеофильмами, да, поэтому прекрасно знаю, что иногда оператор, он ездит, смотрит флору и фауну, и если место подходит, они начинают там снимать, понимаете, и это не обязательно бывает так, что иногда вот это именно там, где снимали, ну, вы сами прекрасно знаете, как в советское время снимались фильмы, иногда это была абсолютно другая республика, совсем не то место, о котором шла речь, да, в самом фильме. Поэтому не знаю, но хочу сказать, это, насколько я помню, Башкирия тоже принадлежит к Российской Федерации. Извините, если я неправильно говорю, я не знаю точно, да. Но не в этом суть. Хочу сказать, что насколько красиво, насколько изумительно природа. Вот место, где снимался этот фильм «Сестренка», это вообще что-то. На какие бескрайние леса, озера, боже мой, люди, там такая природа, там такая красота, такая чистота. И потом кто-то мне пишет, у нас все там задрипано, загажено и все такое. Наверное, вы просто не знаете где. И потом я считаю, что загажено там по вашей вине. Если каждый из вас, прежде чем писать, что у нас грязь и срач, встаньте и уберите. Встаньте, каждый из вас, кто мне иногда пишет, что у нас так все грязно, а у вас все так чисто. У нас все здесь чисто, потому что не государство здесь убирает, а каждый свое говно за собой убирает сам. Если мы будем жить в свинарнике, то и здесь будет свинарник. Вы не знаете немецкий народ. Они, да, снаружи, чистоплотные до потери сознания. Но бывает иногда так, что ты заходишь к этому чистоплотному, у которого во дворе все прямо чистенько-блистенько, и вдруг ты зашел ему в прихожую, а потом в комнату, и прям сел. Потому что там такой, я извиняюсь, срач, что дальше не покажется. Уже ты сидишь, думаешь, как так? Как вообще это возможно? Возможно ли такое? Такое тоже бывает. Но хочу сказать... к уважению этой нации, что снаружи, у них и политика такая, снаружи все хорошо, а внутри все иногда гнилое. Такое тоже бывает. Но мое мнение, что чистота и порядок начинается с тебя. И не нужно ждать, что придет бургомайстер там, этот, как сказать, губернатор, или там, не знаю,
ваши там главные чиновники и будут убирать. Никто ничего не обязан. Это ваша земля, да? Ваша территория. И даже то, что не ваша территория, а возле вашего дома, надо убирать. Надо выходить, чистить, убирать. Мы когда здесь траву стрижем, Клим выходит, стрижет, и там, да, перед нашей территорией, хотя зачем, да, это же не наше, и подметаем там, и там снаружи, где въезд в наш закоулочек, мы делаем, соседка наша делает, и эта соседка каждый раз кто-то делает. Да, это все обговаривается и говорится, и даже если не обговаривается, видит, например, соседка, а, сегодня мы убираем. Значит, в следующий раз будет убирать она. В следующий раз, когда она косить будет, будет убирать она. Также мы дороги чистим от снега, да? Каждый чистит свою территорию, плюс всю эту нашу площадку. Сегодня они почистили, завтра снег выпал, мы почистили. Вот так это делается. А не надо сидеть и ждать. Ну, это, конечно, мое мнение, что придут и сделают. Нужно просто вставать и идти чистить, да? Или пойти, я не знаю, в муниципалитет и сказать, чтобы назначили штрафы. Вот кто там грязь делает, да, или в лесу, не знаю, здесь такого нету, чтобы в леса ходили и выбрасывали что-то. Здесь такие штрафы, и камеры есть, и без камер здесь друг друга все пасут, да. Тут же звонит в полицию и говорит, вот такие-то там ходили. В основном приезжают все люди на машинах. И если ты там где-то что-то выбросишь или еще что-то, кто-то да, стукнет на тебя. Я считаю, что это правильно. Что это такое? Ездит куда-то отдыхать, выбрасывает весь мусор там в лесу, не знаю что. Зачем это? Это же твой лес, да? Мне тоже неприятно, мы когда идем в лес, я хочу, чтобы было все чисто. Я такой человек. Потому что я знаю, что если я так хочу, чтобы я пришла в чистый лес, отдохнула, то я представляю, что другим людям тоже будет приятно, когда они придут после меня и увидят, что там, где мы отдыхали, там, где мы разводили костер или пикник устраивали, все чисто. Мы весь свой мусор собираем с собой домой и выбрасываем. Но у нас это в семье было всегда. И в советское время я была первой всегда, которая бежала впереди паровоза на субботнике. И моя мама такая же. У нас всегда было в семье, еще сколько я себя помню, с бабушкиных времен, вот никогда не забуду, мы как-то с бабулей поехали на бульвар, это еще в Баку было. Я еще совсем маленькая была, это, по-моему, даже было до Германии еще, до первой поездки в Германию, и я кушала мороженое или что-то такое. Вот что-то у меня в руках было, и это у меня что-то упало. И никогда не забуду, как бабуля это подняла и говорит, нельзя это же мусор, нельзя его бросать здесь. А нет, она мне сказала, ну-ка подними, а я уперлась. Ну маленькая, да. Вот, и бабушка моя, а я вовсю уперлась, ну не хочу поднимать, и все. Ну, знаете, года 4 мне было или 5, не знаю. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Вот, в общем, я не подняла. Мне дали шлепка, подняли и сказали, этот мусор, вот то, что упало, кто-то пройдет, типа упадет, и все такое. Вот что-то такое я помню, да, я помню, что вот с детства не разрешала моя бабушка, не разрешали мои родители выбрасывать что-то, оставлять где-то что-то. Мы всегда собирали все. Вот это я хорошо помню. После себя, куда бы мы ни ездили, где бы мы ни отдыхали, что бы мы ни делали, у нас в семье от моих родителей было заведено бумажки не оставлять, бумажки не выбрасывать на улице, ни фантиком, ничего. Конфетку съел, фантик в кармашку положил, ну, в кармашек или куда-нибудь, да? Так у нас было. И я думаю, что это все идет с родительского дома. Я так думаю. Это мое личное мнение. Я и детей своих так воспитала. Вот. И сын у меня такой.
И дочка у меня вообще ярая, да, у нее аж проблемы, если она где-то видит что-то. Сейчас я уже немножко не так, да, раньше меня это тоже очень злило, когда мы проезжаем, я смотрю, есть здесь такое тоже, да, что вот граждане выходят и выносят свой мусор, на машине едут, здесь такое есть, представьте себе. Останавливается машина около какого-нибудь городского мусорного бака. И свой мусор бросают в мусорный бак. Представляете? Да. Вот. Молодежь тоже раскидывает здесь, тоже бывает. Но я говорю всегда так, что это в основном, наверное, иностранцы. Я так хочу думать. Хотя это не всегда иностранцы. Представьте себе. Есть очень много немецкой молодежи, которая ведет себя по-свински, которая разбрасывает и свои пивные бутылки, и свои пивные баночки, и банки или склянки из-под, как сказать, да, из-под ликеро-водочных напитков. Все это тоже есть здесь, да. Вот. В общем, начали про кино, закончили это. Хочу сказать, какая чистота. Ну, это, конечно, для кинофильма выбрали прекрасную территорию, может, ее там почистили, не знаю, я не знаю, но хочу сказать, что фильм безумно, безумно добрый, безумно прекрасный, несет в себе посыл. Именно, вот знаете, прям я бы этот фильм заставляла бы, ну, вставила бы в школьную программу, чтобы смотрели, чтобы вот так вот воспитывали мальчиков, вот так вот должны вести себя дети, должны вести себя взрослые по отношению к себе подобным, да? Толерантность, по-русски называется это слово, сострадание, сострадание, да? Я тоже не за все, не думайте, что я там за все прям, как сказать... Очень много всего нехорошего, что у нас сейчас здесь происходит. Но не хочу об этом говорить, да? Не хочу философствовать на эту тему, потому что это такой тяжелый вопрос вообще. Я бы всех этих, кто вот об этом говорит, гендер-шмендер, да? Я бы их всех просто расстреляла бы, не моргнув глазом. Абсолютно. Потому что... У всего есть предел, но самое хорошее, что мне очень импонирует у нас здесь, то, что не все у нас бараны в Германии, да? Особенно учителя. Но хочу вам тоже сказать, что учителей пачками увольняют. Да, представьте себе, кто против такого всего, кто... выступает много против власти и все такое. Вообще, что сейчас творится в когда-то золотой демократически либеральной стране, от этого остались рожки да ножки. И все, кто думает, что здесь ой-ой, так хорошо, и зарплата хорошая, зарплата, да. И пенсия высокая, девочки, это все ушло, накрылось медным тазом. Ничего этого близкого в помине нету. Не было и вряд ли уже будет. Так что успокаиваю вас и говорю, что не все так, как думают о нас в других странах, особенно в России или на Украине. У нас украинских беженцев сейчас страшно зажимают. Скорее всего, до сентября еще будут им выплачивать пособие, а потом они уже будут гнать всех на работу. Если ты не будешь идти на работу, естественно, будут все урезать. Ни денег, ничего. Или обратно отправлять. Уже начинается эта чистка, уже это идет. Потихонечку, как я и говорила когда-то, что первые два года все они будут кричать, ой, и любить, разговоры будут о солидарности и тому подобное, а потом вся эта солидарность накроется и
почти это закончится. Как и не было. Я просто на своей шкуре здесь за эти почти 40 лет столько беженцев видела, начиная с албанцев, кончая всеми остальными. Албанцы, афганцы, сирийцы. Их очень много было. И всегда такими, чуть ли не каждые два года пачками, да, подходила сюда. И сначала, как они кричали, из Косово были косовитяне, не знаю, как их назвать, ну, это албанцы, да, в основном. Как их принимали с радостью, без флажков, конечно, а потом как вышвыривали, как депортировали. Это мы все видели. Все видели, как мы у нас дома прятали одну семью, да, чтобы, потому что они приходили, прям полиция приезжает, им пофиг. Им пофиг вообще. А самый прикол был, никогда не забуду, был один мальчик, он, значит, занимался футболом. Много таких случаев здесь было, когда детей оставляли, потому что ребенок нес в себе огромнейший потенциал или талант спортивный, да, ребенка оставляли, а родители депортировали. Представьте себе. Да, такое тоже было. Все это было, есть и будет. Так что вот.